Каждый русский был неустрашим. Мы вспомним, как ребята молодые, покинув отчий дом, пополнили ряды тех, кто сражался за Россию, тех, кто смотрел в глаза беды. Мы вспомним наших прадедов великих, которые поднялись на врага, которые, шагнув в пучину бедствий, блеснули грозным острием штыка. И мы, конечно, не забудем женщин, тех матерей, чьи сыновья ушли, тех жен, просивших у иконы, чтоб их мужья эту борьбу прошли. Не перечесть, сколько ранений было, и сколько было тягостных потерь. И мы помянем тех, кто скрыт могилой, с кого слетела серая шинель. Бородино, что скрыто в этом слове? В нем скрыта память нашей старины. Патриотизм во всем своем объеме. России верны сыны. Наша история – наше богатство. И как никто это понимают учителя, которые не только изучают ее сами, но и дарят свои бесценные знания детям. Именно такие люди собрались на этой неделе на праздничном завершении проекта Краевого профессионального объединения учителей истории, хранители преданий старины глубокой, носители завета давно минувших дней. Ну, прошлый год был годом истории, и у нас возникла такая интересная идея провести конкурс творческих работ, посвященных году истории, всем знаменательным датам, событиям. И мы придумали положение, разработали его и объявили такой открытый конкурс. Каждый делился своей учебной программой, представленным на конкурс проектом. Кто-то преподает краеведение в процессе игры, кто-то снимает образовательные телепрограммы. Нина Скворцова, учитель 85-й Барнаульской гимназии, рассказывает детям о истории на примере своей семьи, информацию о которой она собирала по крупицам. Много печальных и радостных моментов из своей жизни и из жизни своих предков я рассказываю своим ученикам. Вплетаю в ткань урока. Из-за этого уроки становятся более проявленными, исторические события становятся более выпуклыми, оживленными и близкими. Мероприятие собрало несколько десятков педагогов со всего края. Кроме Барнаула были представители школ Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, приехали учителя из Топчихинского и Тальменского районов. Участникам конкурса вручили сертификаты, грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Несмотря на то, что этот год был очень плодовитым, историки не собираются останавливаться на достигнутом и уже планируют программу на 2013 год. Вот в рамках программы добровольной сертификации предлагаются два проекта, даже три проекта. Первый проект посвящен 400-летию дома Романовых, второй проект – началу освобождения советской территории от фашистских захватчиков, и третий проект – это «Малая Родина», он у нас всегда существует. Мы хотим в этом проекте создать банк виртуальных экскурсий по родной школе, по родному селу, по родному городу. Своих любимых учителей поздравили ученики школ и училищ, собрали небольшую выставку картин на историческую тему, а также провели экскурсию, посвященную войнам, через которые прошел русский народ. И это внимание для учителей самое главное, ведь свою любовь к истории они смогли передать детям. За сына.